Если глагол неправильный, мы берем вторую форму глагола. I drank a glass of tea. Я пил стакан чая или выпил стакан чая. Первая форма drink, вторая drank. The boys spent the whole day on the shore. Мальчики провели целый день на берегу. Первая форма spend, вторая spent. He met three other boys from his group. Он встретил три других мальчика из своей группы. Первая – meet, вторая – met. Okay, so let's look when we use it. Mozart wrote more than 600 pieces of music. Моцарт написал более чем 600 произведений музыки, музыкальных произведений. Мы говорим о прошлом, то, что было в прошлом написано, да, это действие, которое происходило когда-то. The next. I went to the cinema three times last week. Я ходил в кино три раза на прошлой неделе. Опять у нас есть показатель того, что это было в прошлом last week, и мы используем past simple. Yesterday I saw our president. Вчера я видел нашего президента. Yesterday показывает нам, что это было вчера. И мы используем past simple, прошедшее время. What did she say? Что она говорила? Это вопросительное предложение. Вспоминаем. Для того, чтобы поставить вопрос в past simple, нам нужно поставить сначала вспомогательный глагол did, потом подлежащее, и потом глагол в обычной форме, в первой форме, потому что мы уже поставили did. What did she say? Что она сказала? And the last one. Was the weather nice when you were on holiday? Была ли погода хорошей, когда вы были на отдыхе? Тоже напоминаю, в past simple глагол to be имеет две формы. Was, were. Was – это в единственном числе, был. Were – множественное число, были. И если у нас предложение глагол to be, форма was, were, то нам вспомогательный глагол не нужен. Мы пользуемся только этим глаголом, он сам делает отрицательную, вопросительную форму.